Этель Грей Терри, американская актриса немого кино и танцовщица. Этель Грей Терри родилась 2 октября 1882 года в Окленде в семье актрисы Лилиан Лоуренс. Этель окончила Нотр-Дамскую академию, которая находится в Роксбери, штат Массачусетс. Еще в 1884 году, в 2-летнем возрасте, Этель начала карьеру театральной актрисы, а в период с 1914 по 1928 год она снялась в 52 немых фильмах. Также в начале карьеры Терри выступала в качестве танцовщицы в 1910-1931 годах до своей смерти. Этель была замужем за актером Карлом Джерардом. Детей они не имели. 48-летняя Этель скончалась 1 июня 1931 года в Голливуде, штат Калифорния, после продолжительной болезни.